Иди, мама, идите ко мне. Ой. Так. Тебе добыть. Противник отстали. Папы не прячутся за мамой. Шампанское искрится и играет, глаза смеются и душа поет. Так выпьем же, друзья, за долгие года и разобьем на счастье молока. Все кричим, ей родна, ей родна, ей родна, ей родна, ей родна, ей родна. А теперь мы считаем, ребят, я советую всем отдыхать. Все вместе считаем до трех. Три, четыре. Раз, два, три. Темные семейно-строительных институтов доказали, какое количество осколочков от бокалов разбитых молодых оказывается, такое количество кипичек. Будь аплодисменты наших гостей, за свадебный стол проходят молодые! Аплодисменты нескончаемые, бабцы нескончаемые! За свадебный стол проходят наши родители! Дорогие родители, пожалуйста, проходим, присаживайтесь. Здравствуйте! Где ваши имена? Вы определились? Вас разбавили, да, пацаны? За столы дубовые, за скатерти мраморные, милости просим, гости дорогие, отведать яства чудные, да лёда испить, за добрый и счастливый путь наших молодых. Друзья, пожалуйста, присаживаемся, присаживаемся, занимаем свои места. Итак, друзья, у всех наполнены бокальчики? Все готовы? Нет. Под звон хрустального бокала
под шум игристого вина. С законным браком поздравляем, желаем счастья и добра. Желаем вам любви красивой, чтоб вы ее из года в год, как драгоценность вы хранили от бурь, от жизненных невзгод. Пусть не померкнет никогда счастливая ваша жизнь и зорька, чтоб было сладко вам всегда. Сегодня мы вам крикнем горько, это тост за молодых, да за счастье их. Пусть бокалы шампанским наполнятся, пусть этот день молодым навсегда запомнится. Друзья, все вместе давайте дружно крикнем три раза поздравляем. Три, четыре. Поздравляем! Поздравляем! Итак, дорогие гости, дорогие друзья, как говорится на Руси, между 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 промежуток небольшой, а остальные чарки сами пойдут. Давайте обратим внимание на ваши бокальчики и у рядом сидящих дам, чтобы все бокальчики были наполнены. Теперь можно спокойно расслабиться, откинуться на спинки стульев и вальяжно послушать. Друзья, когда Бог создал одно целое, Он почему-то поделил его на две половиночки и разбросал его по всему свету. И вот эти две половинки бродят, ищут друг друга. Я предлагаю сейчас всем обратить взоры в сторону молодых и поаплодировать, всем поаплодировать. Потому что наши две прекрасные половинки нашли друг друга, обрели друг друга, и таким образом они превратились в одно целое. Но сейчас позвольте мне предоставить слово виновникам, благодаря которым на свет появились наши прекрасные две половиночки. Под бурные аплодисменты родителям нашим! Кому-нибудь нужен микрофончик? Дорогие наши дети, желаю вам крепкой любви и заводных отношений. Если будет любовь, то всегда вы будете жить мирно и дружно. Главное, у вас любовь. Так, прекрасно, аплодисменты. Что скажет мамочка? Не бойтесь, Аплодисменты, маме. Поддержите, маме. Счастье, по-моему, получше в жизни. Уважать друг друга. И будет и любовь, и взаимопонимание, чтобы было, чтобы друг другу уступали во всем. И вот тогда будет и нормальная семья. И чтобы уважали родителей. Самое главное, тоже не забывали. Папа присоединяется, да? Долгой и светлой жизни. А мы, друзья, поднимем. Поднимем бокальчики за прекрасные слова, которые сказаны были в честь наших прекрасных молодых. Ну-ка, дорогие мамочки, попробуйте, не горчит ли у вас? Может быть, у вас там что-то сладкое наполнили вам? Горько! А теперь вместе дружно, громко! Я хочу заметить, молодые целуются так, как гости кричат, имеется в виду. Я обращаюсь к нашему второму столу прежде всего. Я вижу, здесь девушки еще трезвые, совершенно трезвые все. Но я больше чем уверен, что наши молодые, это у них была маленькая такая разминочка, но они сегодня побьют рекорд Москвы и Московской области по продолжительности этого прекрасного горька. Ну что ж, дорогие гости,
Всем приятного аппетита, поднимаем бокальчики за эти прекрасные слова, которые только что были сказаны нашими родителями. Друзья, позвольте мне заметить, на нашем свадебном торжестве сегодня будет разыгрываться масса призов. Автомобиль Бентли последней модели, трехкомнатная квартира в центре Москвы. К сожалению, друзья, эти призы разыгрываться не будут. Но у нас есть масса свадебных призов и сувениров. И среди них есть один суперприз, который приготовил лично я. Этот суперприз мы вручим человеку, который на протяжении нашего первого свадебного застолья, а оно будет длиться до первого семейного танца, активнее всех будет кричать какое слово? Я уже вижу некоторых претендентов на суперприз. Уважаемые молодожены, ребята, а к вам я хочу обратиться. Вы когда целуетесь одним классиком, поглядывайте, кто же активнее всех будет кричать. И после вашего семейного танца мы, конечно, под бурные аплодисменты, этот суперприз вручим тому человеку, кого мы решим на совете ставить. Как вас зовут, скажите? Алексей, скажите, у вас вообще, я так понимаю, где-то ближе к командному в данный момент голосу, да? Как громкий голос у вас. Вы можете громко сказать «наливай»? Вопрос. Нет, без микрофона. Наливай! Молодец. Теперь мы с вами условимся так. Ваше имя будет пароль, а «наливай» — это отзыв. Чтобы... Давайте порепетируем. Алексей! Наливай! Отлично, прекрасно. И причем протяжно, как в горах. Эхо настоящее, просто изумительно. Настоящее! Вы еще посмотрите эхо, где-то там найдете. Прекрасно. У вас реверберация природная присутствует, да, в голосе? Для того, чтобы сделать еще более интересным и активным наше торжество, нашу прекрасную свадьбу, позвольте мне вам предложить одну застольную игру. Здесь придется немножечко постараться, потрудиться. Сейчас я все объясню. У меня в руках игра называется «Волшебная бутылочка». Вот такая вот волшебная бутылочка. Она неспроста волшебная, потому что мы с вами сегодня все исполнены положительными эмоциями, заряжены прекрасной энергетикой. И эта бутылочка будет касаться каждая наша рука. Условия игры. Будет звучать активная музыка. Например, Алексей, не надо наливать. С вас. Держите, пожалуйста, эту бутылочку. Откройте ее. У кого-то счастье в жизни искупаться в ванной шампанским, а у кого-то в водочке. Будет звучать активная музыка. Мы ее кружим вокруг стола и передаем, например, дальше. Дальше мы передаем ее по столу, и так бутылочка у нас гуляет по столу. В то время, когда музыка останавливается, у человека, у которого остается бутылочка, он должен подняться и сказать тост. В адрес, конечно же, наших молодых. И все задумались. Теперь, внимание, не прослушайте, друзья, правила. Первое, только тостующие. Молодые пригубляют. Если будем чистить, мы из-за первого стола не выйдем. Второе. Друзья, самое главное, не обязательно пить беленькую. Кто что пьет. Взяли свой бокальчик, бутылочку можно рядышком, можно с бутылочкой, прекрасно смотрится, когда тост говорят с бутылкой. И третье, друзья, если бутылочка повторно вдруг на ком-либо останавливается, то человек имеет право либо повторно сказать тост, либо передать слово соседу справа или слева, кто больше нравится. Итак, всем интересно, да? Алексей, вы готовы? Итак, поехали, поехали! Очень хорошо к вам относятся и очень вас сильно любят.
Счастья вам в жизни. Моим успехом. Встаем. Здоровье, которое обеспечит супруга сферу своей профессии. Много денег, которые, я надеюсь, обеспечит супруг, ну, сферу своих обязанностей. И чтобы в вашем доме всегда царил мир, покой, и чтобы вы всегда ждали в гости друзей, которые обязательно будут к вам приезжать. Счастья вам самое главное. Ура! Ну что ж, я предлагаю по этому поводу поднять все бокальчики, все! Особенно дорогой. Нет, все. Я очень рад. Очень рад. Я очень удивлен, но по-хорошему удивлен. Я желаю тебе от всей души, чтобы... Ну, понимаешь, это как бы новая жизнь такая начинается. То есть, действительно... еще более лучшее, чем предыдущее, вот, поэтому, действительно, это такое вот, ну, сам по себе знаю. Поэтому желаю тебе, чтобы ты в эту свою новую жизнь с прекрасной Леной, Леночка, мои тебе комплименты, вот, чтобы у вас было все отлично, чтобы у вас была крепкая дружная семья, чтобы вы жили счастливо. Поздравляю! Ольга! Либо передать слово соседу слева. Нет, или справа, нет, кто больше нравится. Я с удовольствием передам соседу слева. Аплодисменты! Все-таки муза выиграла. Дорогие Лена и Денис, желаю вам всего самого наилучшего, чтобы у вас... Чтобы у вас было счастье, здоровье, любви больше вам, побольше. Чтобы все в вашей жизни было хорошо, чтобы вы главное любили друг друга и уважали. Остальное все будет. Спасибо. Yeah.
обращаюсь в данный момент к нашим гостям. Дорогие гости, пока мы все с вами в добром здравии, позвольте мне зачитать правила поведения гостей на свадьбе. А я уверен, что все мы останемся в таком же добром здравии, все нарядные, все хорошие, все прекрасные, веселые и зажигательные. Итак, внимание! Первое. Всем гостям быть веселыми и находчивыми. То есть найти выпить, когда уже все выпито. Второе. Запрещается произносить слова «Куда в тебя столько лезет? Не пей, не ори, пойдем домой». Третье. Разрешается произносить «Горько! Я тебя люблю, я тебя уважаю, наливай и пойдем спаться». Четвертое. Под столом больше трех не собираться. Соблюдать правила движения. И пятое, друзья. После свадьбы разрешается покидать помещение только через двери. И не пользоваться для этой цели окнами, форточками и другими отверстиями. Итак, первое. Я бы хотел обратиться к нашему уважаемому жениху. Вы машину будете? После этого у вас будет даже разрешение водить космический корабль. Уж поверьте. Внимание, первая телеграмма. Поздравляем молодых с законным браком и приглашаем жениха на курсы подготовки водителей детских колясок. Подпись «Автошкола». Грустная следующая телеграмма. Присутствовать на вашей свадьбе не смогу, так как нахожусь в длительной командировке. Подпись «Встретимся через 9 месяцев». Подпись «Ваш первенец». А вот любопытная и интересная, ребята, телеграмма. Поздравляем молодых с законным браком и приглашаем провести медовый месяц у нас. Подпись «Общество пчеловодов». А вас также не забыли. Поздравляем молодых с законным браком. Надеемся, ребята, на скорую встречу. Подпись «Работники родильного дома». Все вы помните количество осколочков под бокалом разбитых, да, Владимир? Так вот, подписи еще много, портяночку пришло там поставить с подписями. Итак, соответственно, следующая телеграмма. Поздравляем молодых с законным браком. Пусть у вас, ребята, будет столько, сколько нас, подпись жителей Республики Китай. Друзья, обратите внимание, у наших молодых на столе стоят две прекрасные бутылки шампанского. Они украшены, они в такой аккуратненькой. Интересно, это настоящий мех или нет? Настоящий мех, да? Эх, был зайчик какой-нибудь. Дорогие гости, эти бутылки открываться не будут на протяжении нашего торжества. И молодые Алексеи и молодые их заберут с собой, потому что каждая из этой бутылочки символизирует собою дату. Какую, я сейчас скажу. Ребят, я попрошу, пожалуйста, возьмите эти две бутылки, ставьте к себе поближе. Это посредине щели, себе поближе. Поднимитесь, ребят, пожалуйста. У меня в руках вот такая вот красная ленточка. То, что они скреплены такой беленькой, аккуратненькой, это одно. А другое дело, принято по старому поверью, на свадьбе молодые должны обвязать эти бутылочки. И сейчас я передаю вам, ребята, вот такую красную ленту. Держите. Возьмите друг друга за руку. А свободными руками вы должны обвязать эти бутылочки. Сделать сначала желательно все, что спереди, где бантик, там будет вперед. Желательно сделать узелочек, затем бантик. А мы аплодируем, конечно, и посмотрим, как это.
справиться. Советую вам сильно не окручивать, чтобы вам хватило новых цветочек и бантик. Громче аплодисменты, мы не можем с тобой. Дорогие гости, как я говорил давеча, каждая из этой бутылочки символизирует собой дату. Ребята, первую бутылку вы откроете тогда, когда у вас родится первенец. Вторую бутылку вы откроете тогда, когда будет год вашей свадьбы. Кто мне скажет, как называется свадьба, которой год? Вы не оставили никому ни малейших шансов. Поэтому подобные аплодисменты за сознательность мы вам вручаем приз. Опытные позиции вам дали. Приз шуточный. Подобные аплодисменты гостей. Вам придется его делить на двоих. Держите. Но почему вы здесь три угола? Ну что, Алексей, наполнили бокальчики? Наливай! Наполнили. Алексей говорит, наполнили. Друзья, может быть, у кого-то созрело желание сказать в адрес наших молодых... Пароль Алексеевич. Алексей, вы не желаете ничего? Нет. Опять наливай? Нет, не наливай. Толст, например, сказать в адрес молодых. Да, не вопрос. А мы поаплодируем, друзья, поаплодируем. Я вот, например, могу сказать про Дениса. Он прекрасный. Я хотел бы сказать огромное спасибо за такой стол, за такой ресторан. Очень вкусно кормит. Я точно знаю, что вот этот молодой человек может делать то же самое. Причем легко. Все зависит от его желания. От его желания. Он такой повар, такой гостеприимный человек, очень приятный. Всем желаю попасть к нему на дачу. Очень хозяйственный, а вот очень любит. Вот он любит друзей. А уже приглашают? Они сами приезжают. Обязательно. Да, вот, кстати. Спасибо. Вот, я хотел бы вам пожелать, чтобы вот ваш дом всегда был любим друзьями. Чтобы, ну, поскольку его будут любить друзья, значит, там присутствует любовь, там согласие, обязательное взаимопонимание. Ну, это вам еще сегодня нажелают обязательно. Главное, чтобы он был добрым и теплым. И очень любим. Он отключается. Мы вас очень любим. Реально. Мне кажется, что вы просто созданы друг для друга. Я очень рад за своего друга, который наконец-то нашел свою вторую половину. Ура! 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 Только! Только счастлив! Сейчас подошло время провести телефонный мост, так сказать, с Владимиром Владимировичем Путиным в адрес наших молодых, потому что ребята у нас непростые. Все мы с вами сейчас убедимся. Самое интересное, что в Кремле есть телевизор, а у нас, к сожалению, нет. Если был телевизор, мы видели Владимира Владимировича. А так видеть он будет нас, а мы его будем только слышать. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Это прямое включение со свадьбой Елены и Дениса. Меня зовут Игорь, я здесь дружусь с Домодой. Вас тоже хочу поприветствовать и сказать, что труд ваш и ваших коллег, и не только, заслуживает самой высокой оценки и вызывает уважение. Вы работаете действительно в очень суровых условиях, и это вот видно даже на этой телевизионной картинке. Владимир Владимирович, как вы думаете, это, наверное, самая красивая пара? Лично для вас. Да. Для меня? Да. Вас не обижает то, что мы ради молодых вызвали вас в прямой эфир в субботний вечер? Отвлекаем вас от личных дел.
Нет, не обижает. Я отношусь к этому как к неизбежному сопровождению всего того, что связано с моей должностью. Владимир Владимирович, вы уж простите, но мы с вами договорились об эфире чуть раньше. У людей свадьба, нужно совесть иметь. Где вы пропадали? Я чувствую себя виноватым в этом. Что вы скажете молодоженам по поводу родителей, если они потребуют от молодых, ну, скажем, 10 внуков? Как молодым реагировать? Я думаю, что если требования справедливы, то, то нужно слушаться, потому что исхожу из того, что взрослые, которые вас окружают, хотят вам только добра. Поступило предложение выпить рюмочку водочки. Против этого предложения проголосовала целиком фракция КПРФ, против целиком проголосовала фракция «Яблоко». Почти не дали голосов СПС, 90% проголосовало «За» от «Единства», тоже не все соскочили, там некоторые депутаты. И другие фракции, центристские фракции Думы, тоже не дали нужного количества голосов. В принципе, предложение было справедливым. Повторяю еще раз, сделать этому правительству не дали. Владимир Владимирович, а что вы скажете тем людям, которые сегодня немного перебрали? Ну, выпили лишнего. Думаю, что ничего здесь страшного нет. Все хорошо только в меру. Вот есть такая свадебная традиция выкупать невесту. А сколько вы отдали на выкупе за свою жену? Мы выплатили 17 миллиардов долларов. Страна этого даже не заметила. Слышал, что вы тайно посещали молодых перед свадьбой. Планирую, кстати сказать, в ближайшее время побывать у вас еще раз. А вот если гости отказываются танцевать и участвовать в конкурсах, что делать? У нас есть соответствующие статьи в Уголовном кодексе. Прокуратура должна реагировать на проявление подобного рода. На свадьбах принято дарить подарки. Как вы относитесь к этой традиции? Может, стоит отменить ее? Что эта традиция вообще дается? Это курица, которая несет нам золотые яйца. И убивать эту курицу было бы просто неразумно, глупо и недопустимо. Спасибо огромное за то, что вы уделили нам свое драгоценное внимание, уважаемый Владимир Владимирович. Ну что ж, дорогие друзья, вот таким макаром Владимир Владимирович посещал наших молодых, он еще намерен заехать. А я предлагаю сейчас, наверное, наполнить бокальчики. Как вы считаете, нет? Дорогие друзья, как известно с древних времен, женщина является хранительницей семейного очага. Дорогие мамочки, я прошу вас. Уважаемые молодожены, ребят, поднимитесь. Дорогие мамы, под бурные аплодисменты наших гостей передайте, пожалуйста, семейные очаги своим детям. Гости аплодируют, наверное, да, ребята? Уважаемые молодожены, одновременно, дорогие мамочки, разойдитесь в стороны, чтобы гости видели. Одновременно зажгите свой маленький, но настоящий семейный очаг. Дорогие мамы, пожалуйста, проходите, присаживайтесь на свои места. Эти свечечки гасите аккуратненько, маленькие. Уважаемые молодожены, какие бы ветра ни дули на ваш семейный очаг, храните его всегда, чтобы он нес тепло вашему дому, вашей семье, вашим родным, вашим близким. А мы, дорогие друзья, поднимем бокалы, поднимем за этот маленький, но настоящий семейный очаг и крикнем нашим молодым громче! Ура!
Ну что ж, как я обещал, наступает один из самых ярких моментов. Я приглашаю круг, в наш круг, который мы только что зажгли эти прекрасные свечи, наших молодых. Молодая та жена, и пригожа, и стройна. А хозяин молодой, вровне со своей женой. Полюбуемся на них. Первый танец молодых! Here I lay all alone, toss and turning, longing for some of your tender love. I'm waiting for the right moment to come, so I can thank you for all the tender love you've given to me. Tender love, love so tender, holding me close to you. Baby, I surrender. Candles, they light the dark. Now I see how lovely these feelings are. Tender love you're giving to me. Lady, I want you more and more. Can't resist it more than I feel your touch. Ooh, tender love, loving me straight from the heart. Hold me nearer, please let me be a part. Tender love, love so tender. Holding me close to you. Baby, I surrender. Дорогие гости, сейчас мы все аккуратненько, вот и сбылось, как обещал, браво, молодцы, ребята. Все мы аккуратненько с вами гасим свечечки. Гасим. И где у нас пакетик? Где пакетик, почему? А как их можно гасить? Так, давайте не будем выносить неясности, непонятные, да, действительно. Друзья, позвольте теперь мне обратиться к нашим молодым. Ребят, вы помните, я просил вас выступить в качестве жюри в то время, когда вы целуетесь, чтобы вы обратили тоже активнее всех, кричал это прекрасное слово «гонка». И мы ему тогда, конечно же, вручим. А где пакетик, скажите, этот, который я дал? Давайте возьмем пакетик, вы пройдите, девушки, пройдите, соберите все свечечки обратно в пакетик, в зад. Да. Дорогие гости, на совете стаи. Они вошли в лоб и не вышли из него. Ну хорошо, для караоке я вам подключу другой микрофон, чтобы вы могли. Троновая, я вижу, у вас слеза накатывается. Да, да. Но тем не менее, подборные аплодисменты мы приглашаем Алексея Алексеевича. Вы женаты, Алексей? Да, Нет, я ничего, просто
вас такие ямочки на щеках. Но не мое мнение, это мнение девушек. Да, девушкам нравятся обычно ямочки, когда улыбаются. Давайте поаплодируем Алексею, потому что я ему сейчас принесу суперприз. Итак, уважаемый Алексей, фирма Adidas трудилась 3 дня и 3 ночи над этими прекрасными кроссовками. Аплодисменты! Кроссовки фирмы Adidas в студию! А вы прикиньте, снимите свои, прикиньте, видите, мы посмотрим, на колечко самое главное, чтобы лежало. Можете это давать. Нет, нет, лучше, мне кажется, наоборот. А мы поаплодируем, друзья. Ну что ж, теперь вам предстоит выбрать себе пару. И выбирать не надо. Это можно убрать. Это можно. В этих будете ходить. Да, в этих уже будете ходить. Мирской. Вот в этих и пойдете домой. В этих по городу, а в тех подать на даче. Прикольно? Итак, сейчас вы выбрали пару. Помимо того, что подпорные аплодисменты наших гостей, вы являетесь победителем нашего первого свадебного застолья по крику «Горько». Сейчас вы должны будете в этих фирменных кроссовках с нижайшим поклоном станцевать совершенно, совершенно в дырочку, как говорит мой друг-музыкант. Совершенно верно. Веселый, зажигательный танец. Друзья, этот танец знаем мы все, и поэтому не стесняемся, присоединяемся. Молодцы, друзья, отлично, прекрасно идем. Тёлочки, вот и вина. Ничего не говори, не боясь, скорее гони. Что ж не твои любви, пропадая, все тебе благословлю, счастьем душу отправлю. Просто я тебя люблю, молодая. Молодая. Да-ди-да. Да-ди-да, да-ди-да. Все ненужное стало сразу без тебя.
тебя. От заката до рассвета без тебя. Так нужна ты мне, любимая моя. Так нужна ты мне, любимая моя. Итак, аплодисменты нашим 5 участникам конкурса красоты. Милые дамы, повторяем для вас, потому что вы отсутствовали в это время, но тем не менее, сейчас будет звучать активная музыка. Вы должны будете завязать галстуки любыми 12 способами, которые придумало человечество. Не обязательно завязывать галстук, как он вяжется. 12 способов. Это может быть морской узел. Это может быть просто удавка. Это может быть все что угодно. Но будет звучать музыка. Кто завязал, поднимает руку. Алексей, вернитесь на свое место, пожалуйста. Не стойте лицом к народу, не нужно становиться. Готовы, да? А кому? Галстуки на выход. Что кому? Завязывай. Себе. У меня в этой панике, я научился. Да ладно, я даже не выиграл. Но так, друзья, стоп. Нифига себе. Это такого в жизни бывает. Вот это изобретательно. Кстати, это также способ завязывать на шее. Молодец, умница. Ну что ж, Александр, к сожалению, вы не уложились буквально в несколько секунд. Мы вас вынуждены проводить, но не просто так, а с утешительным призом. Подождите, пожалуйста. Уважаемый Александр, мы вам вручаем вот такую штучку. Я не знаю, что это, но этим вы сможете воспользоваться в любое время. Что это такое, специально? Вам подскажут, знаете. Итак, уважаемые участники, милые дамы, вам аплодируют. Мы отпускаем нашего участника на свое место. Атрибуты все снимаем с себя, сдаем. Он развязывается, как настоящий. Ну что ж, дорогие друзья, каждый мужчина, каждый уважающий себя денди должен уметь зарабатывать деньги и корм пускать их на ветер. Сейчас я нашим участникам раздаю по купюре. Вы думаете, они настоящие? Не льстите себе. Ребята, вы должны будете сделать либо веерочек какой-нибудь, либо что, и с руки дунуть. У кого дальше улетит купюра, тот победил. У кого ближе, тот проиграл. Но не обязательно смотреть, можно сложить как-то веерочком вот так вот, да. Вот и еще дунуться. Там же хитрая конструкция лежит. Самое главное, чтобы не осталось. А у вас, по-моему, такая конструкция, что она не полетит. Или вы ее сейчас крылья будете делать? Итак, друзья, пошел третий день. Все, готовы? Молодец. Итак, ребята, все ставим ровненько в одну линию встали. Ровненько на одну линию встали. Позу фальстарта не нужно. Стоим ровненько. Все кладем на ладошку купюру. И под бурные аплодисменты дуем! Ничего, Игорь тоже вначале мучился. Конечно же, я вижу, ваша купюра ближе всех. Вы самый экономный. Подборные аплодисменты. Ну, приз, давайте. Нет, давай, не надо. Мы провожаем на место. Конечно же, у нас остались 3 участника. И мне нужен этот стул на время. Можно?
Уважаемые участники, я подставлю перед вами три стула. Вы должны будете из зала собрать по 7 вещей, которые символизируют собой время. Это могут быть часы, мобильный телефон, что-то такое. Я обратился к людям, я думаю, помогут, да? Вы сначала в люди идите, а вам там помогут, не волнуйтесь. Скажите, пожалуйста, я все понимаю. Да, ну, ответить нет, за нет, все. Вещь, которая символизирует часы с собой. Вилка и нож. Это что стрелки. Это стрелки. Тут три часа. К сожалению, они не показывают время. Они на самом деле они не касаются часов. Часы. Хорошо. Это объект. А вы знаете, я хорошо. Против. Курение убивает. Причем здесь табак? Знаете, сколько времени мы тратим на курение? Курение – это медленная смерть, а мы никуда не спешим, да? Это вы хотите сказать. 7 предметов, но тем не менее вы были... Просто вам не хватило нескольких секунд. Вы были первым сзади. Мы поаплодируем вам. Я предлагаю сейчас, ребята, раздать обратно аккуратненько все атрибуты, потому что штучки мы уберем. А у нас в подборной аплодисменты остаются 2 участника красоты. И сейчас мы посмотрим, как же они пройдут заключительный 3-й конкурс. Все, спасибо огромное. И, конечно же, под утешительный приз мы вас провожаем. Ты теперь вся натрёшь, человек. А я попрошу сюда вернуться наших 2 участников. Где наши 2 самых стойких оловянных солдатика? Ребята, я вам раздаю по атрибутам. Кому больше, кому меньше. Кто хочет, говорите, поднимайте руку. Кому больше? Ему больше, держите. Хороший. Привязывайте вот так к поясу вперед. Длина не главное, правильно я говорю? А не вам поменьше, но такая же. Итак, привязываем, друзья, атрибуты, привязываем. Друзья, завязывайте атрибуты конкурса и доведите их до спокойного состояния. Немножечко встаньте ровненько в одну, вот рядышком, перед вами. Я бросаю по коробку спичек. Блин, футбол, я понял. И стоп. Да, это называется немножечко эротики. Милым дамам, особенно нашей Леночке, подарок. Сейчас, ребята, вы должны будете, вот коробки, будет звучать музыка, дотолкать. Вот где-то приблизительно вот отсюда. Вот напротив как раз. Было похоже на прекрасный футбольный матч. Мне так кажется просто. Здоровочка, я победил. Здоровочка, да. Когда-то я вел свадьбу, одна бабушка вел конкурс «Бутылку попасть карандашом». Знаете, привязывают, и чтобы он попал. И один дед напился в стельку, короче. И вот он стоит, вот не может попасть в эту бутылку. А бабушка такая кричит: «Ты что?» Говорит, «Целкость потерял». Там все упали, короче говоря. Не мог вообще. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы с вами определим, кто же является победителем нашего конкурса красоты. Обои. Подборные аплодисменты. Мы провожаем. Вам немножечко, Алексей, не хватило. Чуть-чуть не хватило до удара, так сказать, волевого. Ну, чтобы уже
он дошел. Но подбор на аплодисменты, пожалуйста. Вот такой вот прекрасный это массажер. Это голос? Нет, это... Я не знаю, что это. Вы найдете массажер. Применение. А вот что массажировать, разберетесь сами. Ну что ж, и нашему победителю, победителю конкурса красоты мы вручаем денежный приз, друзья! Куча денег, пожалуйста! Купите себе талон в метро и катайтесь по кольцевой, ни в чем себе не отказывайте. She brought me to the west, but she's the gal that I love best. Итак, за мальчика 350 рублей, да, плюс самолетик, этот самолетик можно убрать. Спасибо большое. Это настоящий, может, вы мне настоящий самолет? Попутаем, нет? А за девочку 1810. На шару достаем, ничего не надо. Ну что, присаживайтесь, спасибо вам большое. Дорогие гости, дорогие друзья, в результате, конечно же, все-таки, наверное, не важно. Мы все будем счастливы, если первая в наших молодых будет девочка, да? Будет помогать воспитывать, второй будет мальчик. А если будет, например, двойнята, мы тем более будем все счастливы. А если близнята, так вообще супер-пупер, а если тройня? А мы поаплодируем, потому что эти деньги, дорогие друзья, передают фонд нашей молодой семьи. Аплодисменты! Объявляется белый танец. Кавалерам, которым посчастливится станцевать белый танец, на утро от дамы, с которыми они танцевали, получат по 100 граммов беленькой. Слова и музыка народные исполняют авторы. Хочу, чтобы тебя не
вас, облечь сильные свои. Твои слова, как песня на рассвете, плывут, как весна. Я за тобой.
стану парусом на море. Я буду птицей, сейчас начнем. Я стану новым миллионом. Лишь бы ты была со мной. Чашу полную, в которой они жить будут проживать и добра наживать, и вас всех в гости звать, и свой семейный очаг разжигать. Но кто мне скажет, друзья, что нужно для того, чтобы построить дом счастья? Любовь! Прекрасно. Взаимопонимание! У меня такое впечатление, что вы недавно были на похожей свадьбе, да? Нет. Работали. Вы просто никому шансов не оставляете, действительно. Правильно, совершенно верно, любовь. Фундамент, что еще нужно? Деньги. Деньги, умничка. Что еще? Так, второй сон у нас вообще сегодня отсутствует, я так понимаю. Девчонки сидят задумчиво и не могут сообразить, где они и что они здесь делают. Да. Включайтесь, милые дамы, включайтесь. Совершенно верно, дорогие друзья. Для того, чтобы устойчиво стоял дом, нужно вначале поставить фундамент. И за сообразительность подборной аплодисменты я вам еще принесу сейчас приз. Давайте. Вот такая вот штучка, что это такое, я не знаю. Найдет определение или сами. Нам как раз домой была нужна, да. Была нужна. Вот видите, все в этой жизни происходит своевременно и закономерно. Совершенно верно. И, дорогие гости, сейчас мы с вами все вместе этот фонд. Вместе и поставим, заложим. Сейчас мы все остаемся с вами на своих местах.
Я буду с подносом подходить к вам. Свой кирпичик вы кладете на подносе. Если это один человек, он поднимается, берет свой бокальчик, говорит пожелание в адрес молодых. Если это семья, поднимается семья. Если это компания девушек, например, все вместе решат. Кто-то активист, все вместе поднимаемся. Бокальчики не забываем. Готовимся, друзья, сейчас. Подарки. Дорогие наши дети, ну, уже много мы вас сегодня поздравили, много счастья, здоровья пожелали. Ну, больше некуда, и все равно мы вас поздравляем. Любви вам и семейного счастья, и здоровья. Крепи. Ребята, это еще не все. Это еще не все. Здесь еще есть от ваших теть, которые в Калуге находятся. Вот. Здесь тоже они свои вклады кирпичиков сделали. Может быть, даже и на крышу, да? Добавили. Или на окна. На окна, наверное. Так, это у нас... Кладите аккуратненько сверху. Да, она никуда не денется. А мы ее передадим просто ребятам. Почитают. Давайте я вам. А здесь надо что-то читать? Ну, почитайте сами. Ребят, почитайте сами. Так. Христом уже столько много было сказано. Здоровье, счастье. Краткость, сестра таланта. Безусловно. Еще в свое время Рузвельт, по-моему, говорил, если вы хотите, чтобы ваши докладные читали, пишите ее на одной странице. Прекрасный тост, изумительный, самое главное, что краткий и тоже реагирный. Мамочка присоединяется. Дорогая моя подружка, я поздравляю тебя с этим днем, которого ты очень долго ждала. Я хочу пожелать тебе, чтобы ты могла сказать всем окружающим, что ты не замужем, а замужем. Тебе, Денис, я хочу пожелать, чтобы Лена стала такой женой, чтобы всегда, тебя всегда-всегда вернула домой и никогда не хотелось из него уходить. Поздравляю. Прекрасно. Кавалер присоединяется, да? Вы проснетесь завтра с ощущением счастья. Наконец, женаты. Нет прекрасней власти, чем владеть супругом, чем владеть супругой. Слаще нет награды, чем любить друг друга. Главное, заботой станут ваши вам детишки. Вы родите доченьку, а потом сынишку. Дети есть бессмертное продолжение наше. Без детей не может быть полным счастья ваше. Если будет трудно, с радостью поможем. А добро приложится, и богатство тоже. Турецкая мама. Аплодисменты, прекрасно. Ну и папа. И папа. Однажды вам невероятно посчастливилось. Стрела амура мимо не прошла. Решили вы по руслу вместе двигаться. Согласны с этим разум и душа. Чтоб легче было вам идти, мы с транспортом вам помогли. Корабль целый снарядили. Корабль вашей будущей семьи. На крыльях веры невозможное, плывите вы в страну любви. Пусть усмехнутся осторожные, плывите смело. Дружно с вами мы. Командой верной будем для вас, поможем вам найти причал. Во время шторма вас прикроем, лишь бы Денис не подкачал. И крепко ваш держал штурвал. В пути пусть будет вам светло, Денису скажем честно. Тебе с Еленой повезло, ведь от нее идет тепло. Она как лучик солнца. Нет, не случайен ваш союз. У вас, друзья, прекрасный вкус. Вы вместе будете 100 лет. Желаем вам не знать штормов и бед. Я просто волнуюсь, без бумажки прям не могу. Ну и, конечно же, как вы знаете, на корабле всегда должен быть сундук с золотом и серебром. Так? Сундук! Но в данный момент это не модно, и сейчас каждый уважающий себя капитан, чтобы держать лодку семьи на плаву, должен иметь банковский счет. И мы решили от нашей семьи подарить вам небольшой банковский счет, который будет держать вашу лодку на плаву. Ура!
Действительно молодым. И вот это захватите. Давайте вместе отнесем с вами. Пойдемте. Да. Гости аплодируют. Вот это вам банк, ребята. А это вам тоже. Кстати, пока в сторону. Спасибо. Так, это мы оставим пока у себя. Дорогие наши Леночка и Денис, поздравляю вас с днем бракосочетания. Желаю вам любви такой, что и не выразить словами, как нежный утренний прибой, как лук, усыпанный цветами, как серебро бегущих рек, как птицы пение беспечной. Желаем вам любви навек, красивой, светлой, бесконечной. Поздравляю вас. А вы боялись? Желаю вам вечной любви, нескончаемой, я бы сказала, любви, взаимоуважения, что немаловажно. Любить друг друга, несмотря на какие-то препятствия, у вас будет детишка, которая будет вашу любовь только все сильнее и сильнее. Будет сплочение вашей семьи с каждым годом, с каждой минутой. И, ну, не знаю, вам желаю просто огромных любви. Красивая пара, это редкость. Вообще встречается такое. Поздравляю вас, молодцы. Спасибо. Аплодисменты, друзья. Ну что это за аплодисменты? Давайте поаплодируем. Молодцы. Так, девушки. Дорогие ребята, мы поздравляем. Хотим замечательным днем. С удовольствием, с огромным. Да, этот день, безусловно, останется у вас в памяти. И мы хотим пожелать вам, безусловно, любви, она у вас есть. Но! К этому необходимо согласие, терпение и понимание. Мы вам этого искренне желаем, очень вас любим и ждем вас в гости и очень рады вас всегда видеть. Ура! Я с ней абсолютно согласен, но я бы что добавил. Реально, вот в этом нашем современном мире, в этом быстротекущем, вот этом живо наживающем, вот это бесконечно дурацком, когда мы, безусловно, по имени Volkswagen хотим Mercedes, хотим это, хотим то, и бесконечно стремимся к какому-то совершенствованию, причем не за счет себя, а за счет других. Грубо говоря, своруй деньги, получи то, что придумал другой, но главное дело купи это. Вот. И это всегда бесконечно, все стремимся что-то купить. Вот. Пожалуйста, друзья мои, что вот эта фигня вас обошла. Вот реально, не то чтобы я вам не желал там ездить на хороших машинах, в дорогих домах жить. Нет, хочу, чтобы да, это обязательно будет. Главное, чтобы вы были вне этой системы. Она такая дурацкая. Вот вне нее жить. Вот просто любите все по-настоящему. Любить по-настоящему. Есть черный хлеб по утрам и радость жизни. Вот честное слово. Честное слово. Все остальное это ересь. Честно слово, жена меня останавливает, а мы вот хотим подарить вам. Ребята, одним словом, чаще приглашайте его на дачу. Ну что ж. Мы здесь. Всем привет. Леночка и Денисик. Дюни. Как там было пару раз между нами. Ну, вопрос. Ну, очень близкий. Ладно, сейчас не об этом. Я и моя супруга, мы очень-очень рады тому, что происходит.
потому что вообще это все, вот этот вот переход из одного состояния в другое, это правильно. Просто это правильно. Вот. Так должно быть. Не, ну есть, конечно, исключения. Но исключения лишний раз подтверждают правила. На самом деле, вот по себе я могу сказать, что какие-то новые вот там чувства рождаются, когда особенно семья появляется, то это вообще. Поэтому, ребят, я вам и мы вам, да? Да. Очень желаем, чтобы у вас было все как бы душа в душу. Вот, как бы старайтесь друг друга понимать, слышать друг друга, потому что, ну, все мы люди разные, это как бы нормально абсолютно, вот. И как бы друг друга не, так сказать, не исправить, но какой-то компромисс пытаться находить, это всегда возможно. Главное – это желание. Вот. Я желаю, чтобы у вас было это желание. Ребят, мы вас очень любим. С праздником вас, счастья, любви. Обнимаем. С вашими желаниями, а желания ваши были неизмеримы, нельзя было бы измерить, соответственно, что возможности ваши были еще больше. Ура! Прекрасно. Дорогие гости, дорогие друзья, сейчас под ваши бурные аплодисменты я передаю это, как говорится, фундамент, который мы с вами только что предоставили в адрес на головы семьи. Аплодисменты, дорогие друзья, аплодисменты. Ребятчики, пожалуйста, развейте, держите. Big bang.
Дорогие гости, дорогие друзья, под бурные аплодисменты в зал вносится свадебный торт! Thank you.
дорогие гости, я попрошу сейчас у вас внимание. Пожалуйста, сейчас давайте мы сами создадим внимание. Друзья, в адрес наших молодых сегодня прозвучала масса, масса прекрасных слов, которые, как я уже говорил, действительно исходили от самого сердца, от самой души. Я видел глаза девушек, когда они говорили, в них была действительно настоящая искренность. Я видел, как ребята действительно поддерживают по-настоящему, активно, и причем без вульгарности, без ничего. Молодцы, ребята, супер. Я считаю, что сегодня много слов прозвучало в адрес наших молодых. И позвольте теперь мне под ваши бурные аплодисменты передать микрофон ребятам, чтобы они в ответ сказали вам слова благодарности. Алексей! Наливай! Наливай! Дорогие наши родители, дорогие наши гости, мы друзья, друзья, мы, соответственно, дальнейшие гости, мы искренне вас благодарим. За то, что вы устроили нам прекрасный праздник. Да, за то, что у нас получился такой замечательный, веселый, душевный, семейный праздник. Ждем подсказки. Искренне, огромное спасибо всем. Спасибо. Спасибо. Ждем всех в гости. Привет, присаживайтесь, пожалуйста. Ждем всех в гости. Когда? Всегда. Всегда, приходите, всегда. Особенно, друзья. Особенно они будут рады бабушкам и дедушкам, потому что они нашим молодым, конечно же, будут просто необходимы. Дорогие гости, позвольте мне сейчас предложить небольшой тост, прекрасный тост, который в нашей торжестве сегодня еще не звучал. Этот тост за родителей. Позвольте мне предложить вам поднять бокалы, потому что наши родители полны сил, полной энергии, и также все выпьем, каждый за своих также родителей. Я уверен, что наши родители сегодня приобрели новые имена: свекор, свекровь, тесть и теща, молодая, озорная, поворотливая. И я уверен, что они, конечно, будут на высоте. Давайте поднимем. Встанем. Давайте поднимем, поднимемся и за родителей, за наших прекрасных, очаровательных всех родителей выпьем стоя! Ура!